Ровная осанка, подбородок приподнятый на 90 градусов и чуть выдвинутая вперед нога – главные правила для моделей на подиуме. Этих основ придерживаются и участницы клуба «Активное долголетие» на занятиях по дефиле. Одна из них, Татьяна Деленцова, демонстрирует уверенную походку, хотя тренируется всего несколько месяцев. Тяга к активностям появилась еще в самом раннем возрасте. Движение – это жизнь, безусловная кредо мытищенки. Приходилось заниматься много чем. Ну, немного танцевала, немного занималась спортом, но это было так давно, как, в какие-то школьные годы. Ну вот, а сейчас появилось время на пенсии. Татьяна считает, что уверенная и красивая походка – навык, которому непросто научиться. Однако пенсионерка отмечает, что и у нее, и у других участниц клуба есть заметные результаты благодаря преподавателю Маргарите Катышевой. Под ее чутким руководством мытищенки познают азы дефиле, а также позирование. Они всегда могут, они иногда болеют, они иногда уезжают, пропускают, бывают разные занятия, но они всегда встречают с улыбкой, всегда с объятиями, и это дорогого стоит на самом деле. Желание оставаться женственной и грациозной мотивирует и Екатерину Дадишеву продолжать работу над собой. В свои 85 лет она успевает посещать сразу два клуба «Активное долголетие», а также заниматься волонтерской деятельностью. Независимо от того, что уже, как сказать, большой отрезок жизни там за спиной, но все равно все это мне нравится, и я нахожу время, и с полным желанием я здесь нахожусь, присутствую. Еще один важный навык, который мытищинские пенсионерки осваивают на занятиях по дефиле – умение красиво себя преподносить. Помимо этого, уроки дарят радость общения, а также позволяют раскрыть себе неизведанные ранее черты. Это целый спектр эмоций. Это возможность найти друзей. Это возможность открыть для себя что-то новое. То есть вроде бы кажется, что пенсия – это пора такая затихания, как бы угасания жизни. Нет, все на самом деле не так. Сейчас представительницы старшего поколения готовятся к важному событию. 1 октября в клубе «Активное долголетие» отметят День пожилого человека. Именно тогда серебряные модели продемонстрируют навыки дефилирования.